Учение для зачатия, что нужно мужчине? Первое, что нужно знать, нужно стать мужчиной. Мужчина означает ответственный человек, аскетичный человек, который сдает слово и его выполняет. Мужчина — это также не кобель. Если мужчина кобелится, он теряет свои силы мужские. Понимаешь, что такое кобелица? Он идет, идет куда-то по улице, увидел девушку красивую и по запаху пошел за ней. Это означает, что он кобель, не мужчина. У него нет мужской силы. Думает, что у него очень много мужской силы, и он может любую женщину привлечь этой мужской силой и склонить в постель. Но это не мужская сила, это сила обезьяны. Потому что эта сила тратит свою мужскую силу. Сила тратит силу. Все. Не увеличивать силу, а тратить. Потому что тот мужчина, который берет на себя ответственность жизни, который держит семя внутри себя, а не выплескивает его, который живет чистой, благочестивой жизнью, который создает семью и берет ответственность за свою женщину, его семя, сила семени становится все сильнее, крепче и надежнее. Надежнее означает, что он не придурка родит, не придурка, понимаете? Потому что разные души привлекаются в эту жизнь в зависимости от того, как ты живешь, такая душа приходит в твою жизнь. Поэтому мужчина должен учиться быть мужчиной. Но также надо исследовать свои функции. Если природно у тебя нет сперматозоидов или мало, нужно лечиться природными средствами. Опять же, очистительная медицина означает поститься на фруктах для мужчины. Означает корение пить, различные корни растений лечат мужское бесплодие. Корни. В том числе женьшень, золотой корень там, и так далее. Корни, имеющие, дающие силу мужчины. Есть красный корень, там, хрен. Не рекомендую его просто есть, но это растение, которое увеличивает мужскую силу. Нужно для зачатия, если мужчине не хватает силы, нужно есть хрен. А? Имбирь? Не, он особо не помогает. Он вверх энергию поднимает. Нужны корни, которые энергию вниз дают, вниз. Имбирь, он как выглядит? Он такой. Значит, силу дает мышцы. А есть корни не такие, не такие вот, а вот такие вот. Значит, у них там внизу вся сила. Не вот так выглядит. Женщины видели, как он? Это для силы, для зачатия нужна, это мужская сила для зачатия, вот так выглядит. И корни вот такие же, хрен как растет тоже, он такой наглый такой, да. Хрен. Это сила сперматозоидов. Они наглые очень, сперматозоиды. Они лезут, они могут даже проникнуть, чаще всего зачатие проходит, даже когда яйцеклетка еще не вышла. Самое лучшее зачатие, ученые считают, об этом не знают. Веды об этом говорят. Сперматозоид проникает в яичник и оплодотворяет яйцеклетку, которая готова к выходу. А потом она уже оплодотворенная выходит. Он застигает ее врасплох. Она не ожидала вообще, что такая наглость была. Ну, как бы, может быть, не совсем так. По крайней мере, вы должны знать, что это сила проникающая, проникновенная сила для зачатия. Мужчина должен вот эти корни все есть, он должен ответственность вырабатывать себе. Лучше поменьше сексом заниматься, потому что чем больше секса, тем меньше силы сперматозоидов. Они такие становятся. Кстати, по мужчине видно, если мужчина такой, знаете. Ну, что ты? С сексом пойдем, нормально. Вот если вот такой сперматозоид, то такие же. Зачатие не сможет. Сперматозоид должен быть... Вот. У меня карма, у меня гороскоп насыпает. Когда я кривляюсь, сразу начинают фотографировать. Я
нравлюсь людям, когда я кривляюсь. Вот нормальное лицо, и мне нравится, они фотографируют. Я рассказываю лекцию, мне нравится. Когда я начинаю кривляться, тут же, немедленно, все начинают фотографировать. Спасибо вам. Помогайте мою карму осуществлять. Итак, вот как мужчина выглядит, который сильно может зачать? Он такой боевой. У него такой вид, такой активный, сильный, решительный. Такой. Значит, сперматозоиды сильные. Сильные сперматозоиды означает, не дебила могут зачать, понимаете? Что второй вопрос, кого зачинать? Вот в чем вопрос. Сейчас много инвалидов рождается с детства. Причина – это недостаточно воли у мужчины в характере. Это недостаточно силы воли приводит его к тому, что он… Недостаточно силы воли всегда приводит к вредным привычкам. Курение. Если мужчина курит, значит, он создает себе уже… Вот если взять, допустим, силу сперматозоида и количество выкуренных сигарет, чем больше выкуренных сигарет, тем больше сперматозоид становится вот таким. Ну, то есть он дебилизм создает с помощью курения в своем потомстве. Когда человек пьет, он вообще лишается установки патентом, особенно пива. У меня есть один очень хороший человек, соратник, друг, Жданов Владимир Георгиевич. Мы с ним беседуем часто на эти темы. Он объясняет мне, что пиво – это женская энергия. Когда человек пьет пиво, он увеличивает в себе женскую силу. Он становится импотентом. Пиво что делает с человеком? У него груди начинают расти, живот. Он такой, кто такое? Спокойное становится лицо такое, уравновешенное такое. Look my look, boy! Ну, зачать трудно в этой ситуации. Тяжелее, надо, нельзя зачинать в это время, надо дождаться, когда он бросит, молиться. Если мужчина, ваш муж, пьет, курит марихуану, курит сигареты, это значит, что вы, женщина, слабая духовно. Именно женская духовная сила дает мужчине возможность стать хорошим человеком. Женщина должна создать в семье такую обстановку, в которой очищает существование мужчины. Потом мужчина уже идет вперед, когда женщина дает начало духовной жизни, а мужчина подхватывает ее и не ведет за собой. Но сначала нужен пусковой механизм. Это женщина создает обстановку, атмосферу в семье. Поэтому на себя обижайтесь.